Доброе утро, мои дорогие. Воскресное утро сегодня. Мороз 25. Смотрела видео сейчас с утра, что в Техасе творилось эти дни. Ой, вот они, вот эти дома из гипрока. Вот они, вот эти трубы, которые по поверхности земли. Они говорят, что у них, ну, он южный штат-то Техас. Вот, они говорят, что такое бывает раз в 120 лет. А вот тебе и раз в 120 лет, а попадет в твою жизнь. И мама не горюй, чего получается. И без света, и аварий сколько было, и холод собачий. Хотя было всего минус 8. А трубы полопались, и, в общем, ой-ой-ой. Ну, мы привычные тут на севере. Нам 8 градусов вообще ничего. Так что, ну, людей жалко. Ну, ладно, мои золотые, включаем новый день. Всем доброго утра! Ну, здрасте, я тебе говорю, надо весело сказать. Громко, а ты шепчешь. Громко. Громко, конечно, сказать. Доброе утро, девочки! Доброе утро, девочки! Саш, скажи так. Доброе утро, девочки! Ну, ты чего? На камеру не можешь работать. Громко скажи. Доброе утро, девочки! Вот так вот. Ой, еще хотела показать, девчонки, вот такие ножницы. Как удобно ими зеленушечку всякую резать. Очень прям, очень удобно. Я себе все никак не закажу, надо заказать. Прям трык-трык-трык, вот так вот. Ну, когда мелко нужно порезать, просто вообще прям замечательно. Вот особенно летом я много сушу укропа, петрушки всякого, ну, всякой зеленушечки. И прям вот такими, да, раз-раз-раз, и все. Удобно. И на Алиэкспрессе они есть. Да, может, и в магазинах, наверное, есть в больших городах-то. Вот, а так-то можно на Алиэкспрессе заказать. Есть, Саш, только мороз. Ребенок просится на улицу гулять, а бабушка валит на мороз, потому что бабушка смотрит Ларису Табашникову. Ну, 6 видео, надо же посмотреть, а потом можно и гулять идти. Что ж такое-то? Я же не могу оторваться от этого бижутерного лома. Ребенок страдает, привлекает к себе внимание. Сейчас, Саш, 10 минут, и будем собираться на улицу. Сейчас как раз, может, это самое. Может, хоть потеплеет к обеду-то. Пойдем, пойдем гулять. Сейчас я досмотрю. Досмотрю Ларису и пойдем. Ты любишь мультики, а я люблю вот Ларису смотреть. Сейчас пойдем, зайка. Ну вот, мы вышли. Солнышко, конечно, светит яркое, но морозец, ой-ой-ой. Саша! Ау! Ау! А, большой палец показывает. Сейчас машины вот эти проедут, и пойдем с тобой. Кругом лед вот это во дворах. Девчонки, я так упала. Навок. Хорошо шла медленно. Потихоньку завалилась, еле встала. Даже машина остановилась. Хотел, наверное, меня поднимать. Но я потихоньку встала. Ой, и так завалилась на бок, что даже плечо больно. Умудрилась еще и плечом как-то стукнуться. Ой.
Вот тебе и не скользкая геокс обувь. Вот она не скользкая вроде. А как-то видно, знаете, дорога-то неровная. Видно, вот по... как-то прям нога поехала. И я как в замедленном кино постаралась завалиться помягче. Хотели поехать с ним куда-нибудь в магазин. Нет, во-первых, очень холодно. Прям очень. Да, и теперь уже, после того, как я свалилась, уже мне не хочется. Сейчас круг дадим и домой пойдем. Ну, шагай, что ты стоишь, Сашуля? Давай. Вот тоже, как вареный. Где шустрый, незнамо какой. А где вот это? Еле-еле. Что? Зачем папу-то искать? Ты чё? Что, потерялся папа, что ли? Нет. Да, конечно, потерялся. Прилетят. Ну, фу, в смысле. Вернутся. Родители твои никуда не денутся. Никуда они не потерялись. Пойдем вон в рекому сходим. Мне клей нужен. Пойдем? Ну, пойдем. Зашли в рекому. Ну, это филиал рекомы. У нас есть огромный магазин рекома. А этот так маленький. Вот смотрите, хоть краску вези отсюда. А что, куплю, посылку положу. Такого цвета у нас в Черноморске отродясь не было. Ну и, конечно, тут есть белый цемент. Даже здесь. Так, а, клей я хотела. Подожди, Сашуль, пойдем, я вон там посмотрю клей. Сейчас, мой зайчик. Сейчас, мой хороший. Подожди, не уходи никуда. Так. Герметик. Господи. Чего тут только нет, мне-то надо. Какой-то простенькой, может быть, там где-то. Может, где-то для снятия обоев. Так, ладно, сейчас посмотрим. Клей ПВА Столер. Вот этот клей очень хороший, на самом деле. Так, надо его взять. Ну, вообще, надо на самом деле съездить в Большую Рекому, потому что здесь как-то грустновато. Ну, так уж, знаете, наверное, самое необходимое, что нужно. Что-то интересненькое. Это есть? Нет? Ну, все обычное. Пластик. Какой-то пластик. Так, а это что такое? Форма. Это для льда. Маленькие кактусы. Для вишницы формочки. Вот был бы он целиковый кактус. Надо придумать, из чего-то сделать. Я бы сделала из цемента кактус себе на участок. Надо подумать, как это сделать. Так, ну, в общем... Доски. Так, сейчас, подожди. Сейчас, Сашуль, сейчас пройдем, посмотрим и пойдем. Так. Ничего я тут не вижу интересного. Так, тут всякие прихваточки, тряпочки. Так.
Ой, какая бутылка, смотрите. Рыба. Рыба, да. Рыба. Угу. Маленький графинчик какой. Вот я бы взяла, но у меня и так столько бутылок красивых. Я туда наливаю все. Вот опять стоять будет без дела. Столько всякого уже стоит, что... Это что? Соусник. Так. Мне очень чего много нравится, но все это подумаешь и... Подумаешь и не берешь, потому что только все захламляется. Какой стакан? Такой какой-то неровный. Но он очень, я не люблю стаканы, которые, на которые у меня руки не хватает. В общем, так тут. Грустненько, да. Я еще спрашивала, Танюшка говорит, грустненько. Так, что у нас там? Эти комоды пластмассовые. Не люблю, они так дешево смотрятся. Прям не люблю. Так, а тут что у нас? Крючки, крючки. Фиксатор для дверей. Фиксатор для дверей. Саша за мной, как хвостик. Хвостик. Да, неудачно. Мы вышли гулять. Бабушка упала, и холодно ужасно. Вот мотаемся. А ничего, сейчас куплю краску. Клей. Что тут? Тут для ванны, для всего. Штор для ванны. Карибский берег. Ну, это вот, видимо, везде есть, да, девчонки? Такие штучки. Сашенька, аккуратненько, чтобы ничего не задеть и ничего не уронить, ладно? Ну, ладно, говорит. Так. О, умывальник. Дачный, Мойдодыр называется. Ну, прям гляньте, приличный. С дверцей, все как положено. Не просто так вот это висит. Да? Ну, это прям уже... Тут прям 5900 уже. Еще лучше. Так. Ну ладно, пойдем мы, наверное, на выход. Видите, мороз, да еще ветер. Ой, прям лицо. Сколько снегу-то. Что ты говоришь? Снег, да, вон, видите? Он там метет с крыши. Очень неприятная погода. Вот такую я не люблю. Когда морозище, да еще и с ветром. Он, а что делается? Ну, февраль. Ничего не попишешь, Саша, шагай. Господи, он же идет. Вот это головой крутит. Ты не понимаешь, что холодно так, Саша? А что, не холодно тебе? А-а-а. Конечно, ты упакован как. Бывшая бригантина наша. Ох, сколько тут в свое время было отплясано.
И праздников всяких отгулено, когда ребята приходили с моря наши. Ой-ой-ой. Да, есть что вспомнить. Вон наши окошки с зелеными стаканчиками с рассадой. Ой, тут хоть за домами не так, хоть ветер не так думает. Я вижу, что упала перчатка. Подними, поухаживай за бабушкой-то. Бабушке нагибаться-то упала. Теперь, наверное, бок синий будет. Ладно, пойдем домой, не до гулянок в такую погоду. Ну что, дело уже идет к вечеру. Звонила мама, Саша, Таня. Они едут. Едут они на машине обратно. Вот сегодня переночуют в Петрозаводске. Завтра к вечеру должны быть дома. Вот. Очень Саше тяжело. Это просто вот каждые 5 минут. Мама, папа, где? Ему объясняешь, он через 5 минут опять. Мама, папа, где? Мама, папа, где? Маленький ребенок, конечно, скучает. Вот. Так что, мои дорогие, день сегодня не мой. Просто не мой. Делала, декорировала коробочку. Черти что получилось. Но я все равно это видео выложу, потому что, знаете, блогеры все время выкладывают удачные свои работы. А то, что неудачное, не выкладывают. А я вот выложу, потому что не всегда все получается. А все равно работу делаешь, снимаешь. Это вот пока покрасил, день сохнет. Пока там поклеил, день сохнет. Пока еще что-то приклеил. То есть получается дня 3-4, а то и больше ты делаешь. А результат не всегда радует. Очень жалко и обидно, но что поделать, бывает и такое. Вот, так что вот так вот. Не мой день, упала сегодня, очень болит. И бедро, и плечо, как-то я так завалилась, что и плечом еще стукнулась. Бывают не наши дни, что поделаешь опять. Ладно, мои хорошие, давайте, пусть у вас все будет хорошо. Не как у меня сегодня. Я вас обнимаю, целую. Давайте уж теперь до завтра. Пока-пока, мои дорогие.